Кокшетау встретили бронзового призера чемпионата мира по боксу среди молодежи Жансаю Балтабекову. Мировое первенство прошло в индийском городе Гувахати. Акмолинская спортсменка провела 4 поединка весовой категории до 60 килограммов. В первом бою она выиграла у представительницы Японии со счетом 5-0. Затем с таким же результатом взяла верх над турчанкой. Далее оставила неудел представительницу Польши, а в полуфинале уступила итальянке. Отмечу, что наставником Жансаи Балтабекова является заслуженный тренер Казахстана Александр Высоцкий и Алжас Султанбеков. Все мои поединки дались мне нелегко, очень сильные соперницы, причем бои шли один за другим. Я очень благодарна своим тренерам, мы будем много работать, ведь пока я в молодежке, теперь перейду в категорию женщин. Нужно быть в форме, готовиться к новым соревнованиям. Это самые первые крупные соревнования Жансаи, мы ее поздравляем. В этом году акмолинские спортсмены показали неплохие результаты на чемпионатах мира и Азии. Важные старты, вы все прекрасно знаете, в 2018 году это у нас зимние Олимпийские игры, куда готовятся наши спортсмены по зимним видам спорта.